Всем привет, ребят. Пришло время пересадить сюда двух беленьких свинок из консервной банки. Ну и перед тем, как их сюда садить, я хочу немножко, ну не то чтобы модернизировать загончик, а их квартиру, студию немножко разделить по секциям, чтобы когда они спали, они не разгребали солому по всему загончику. Но перед тем, как это сделать, нужно им подключить свет, потому что ничего не видно. Мне сейчас прикручивать саморезами нужно будет доску, и я думаю, нужно подключить свет. Ну и вам будет немножко тоже виднее. Девки, не пугаемся, не пугаемся. Страшно, да, Манюшечка? О, так, я думаю, будет лучше, да? Вот, смотрите, ребят, свинки очень аккуратные, ходят в туалет в один угол, спят в другом углу, но при этом загончик у них сплошной, и, как вы видели у моих свиноматок на том дворе, место для санузла отдельно. И сейчас я хочу сделать точно так в этом загончике. Потому что сено, на самом деле, когда свинки, а вьетнамцы очень аккуратные, сено просто, даже не сено, солома, просто-напросто переводится. Не потому, что ее там мне жалко, я хочу это сделать, а для того, чтобы просто было меньше навоза, понимаете? Когда у них соломка будет отгорожена в одном углу, и они там будут спать, то мне будет вычищать намного проще и быстрее. Потому что то, сколько сейчас вот разгребли они соломы, это просто, ну, просто лишняя работа для меня. Вот я сейчас то, что сухое, подгребу им обратно. Вот так. И загончик будет полностью чистый, постоянно чистый, так, как и на том дворе. Вы мне часто говорите, что такое впечатление, что я поросят купаю и мою полы, там, где сидят поросятка, спят. Но на самом деле просто вьетнамцы очень аккуратные, очень аккуратные. Этот угол сейчас выгребу. Да, девки? И когда поубираю, перенесу сюда беленьких двух вьетнамочек с того двора. Конечно, туалет немножко не в том месте, где бы мне хотелось. Я хочу, чтобы они ходили в туалет с этой стороны, возле двери. В дальнейшем, возможно, я их переучу, но пока это не так. Ну, то есть, пока ходят не туда, куда надо. Хотя все равно убирать очень легко, потому что ходят в один угол. Девочки, сейчас к вам будет подселение. Вы согласны, нет? Будут девки разных возрастов. Ну, я думаю, достаточно, да? Достаточно. Все. Это туалет. И сейчас прикручу доску. А доска будет достаточно высокой, но
Это не страшно, они смогут спокойненько ее перепрыгивать. Вот такая. Вот так будет выглядеть спальная комната. В дальнейшем ее можно немножко будет увеличить, но пока свинки маленькие, на протяжении месяцев, возможно, трех, они будут все спокойненько сюда вмещаться. Им будет тепло, они не будут раскидать солому, и здесь будет сухо и чисто, и вообще красота. То есть я буду намного быстрее у них убирать. Ну, вот так сейчас прикручу. Так, что вы орете? Я никого кормить не буду. Я вас только что покормил, думал, вы будете молчать. Молчим. Нет. Во. Все, девки, все. Сюда. Девчуля, страшно? Во! Вот и все. Нужно, мне кажется, что нужно вот наконец-то вот эти игрушки, которые мне прислали, прикрутить. Это две игрушки для поросят. Мне прислали подписчицы из Америки. Спасибо большое. И я думаю, что пусть оно вот здесь у них висит, и они будут играться. А ну, девки, пошли играться. Давай. О, о, давай, залазь, залазь. Залазь, красавица. Ой, ой, какая страшная штука, да? У них, конечно, есть и цепок, но думаю, так им будет веселее. Мне прислали таких две штуки. Можно еще будет куда-то прикрепить, но пока никуда не надо. Пусть лежит, она ни из чего с ней не произойдет. Вон, видите, прибивал цепок. Там сидит свинка, сейчас играется цепью. Так. Красота, конечно, получается. Ну, вы пока понаблюдайте за свинками, а я сбегаю быстренько на тот двор. Принесу тех двух свинок. Посмотрим, как они будут осваиваться
пришли, мои хорошие. Пришли. Идем. Вот, ребят. О, две толстушки. О, какие ровненькие. А ну. Сейчас будут драки. Изначально, хотя может и не быть драк. Так. Новые звуки издают, и даже большие свиньи, обзываются им в ответ. Так. А еще вот смотрите. Много раз спрашивали, когда начинают свиньи вьетнамские приходить в охоту. Очень, ребят, рано. Настолько рано, что вот вы можете посмотреть на моих двух булочек. И вот эта, которая сейчас за оградкой, ей пошел 4-й месяц. В ней около 15 килограмм, и она пришла в охоту. Понимаете? То есть, если бы был в загончике сейчас вместе с ней кабанчик примерно такого же возраста, она бы могла покрыться. Даже если бы кабанчику было 2 месяца. А это бы точно ни к чему хорошему не привело. Вот видите, вот эта свинка, у нее петля припухшая, очень припухшая и покрасневшая. Так что вот так рано приходят вьетнамцы в охоту. Это у них пока породные такие показатели. И поэтому они мелкие. Они и в дикой природе очень рано. Ну, то есть я имею в виду там, они, в общем, ну, я имею в виду, они рано приходят в охоту. Если они бы у вас жили в одном загончике вместе с кабанами, то они бы стали настолько мелким, потому что они бы покрывались рано, приводили рано, и ничего хорошего нету. Поэтому обязательно разделять по полу поросят в 2 месяца. Как, ну, то есть это как максимум, понимаете? И уже содержать их отдельно. И держать свинок до 45 килограмм. И только тогда пускать в случку. Во, наконец-то все выговорил, что хотел. Видите, они как бы не дерутся, но все равно. О, гля, сейчас мелкий начнет биться. А ну не драться. Не драться, лепешечки. Не драться, да? Новый загончик. Вот корыто, подходи. Подходи. Нет? Хватит целоваться, хватит. А большие поросята уже бы подрались. Прям бы подрались сильно. Вот только бы увидели чужака и сразу кинулись в драку. А эти вон такие, ух, я страшный какой серый волк, да? Не драться. Да. Ух, я сейчас покусаюсь тебе. Я тебе сейчас покусаюсь. Маленькие огрызаются еще больше, чем большие. Типа, ух, какой, сейчас мамки. Я сейчас пойду мамке пожалуюсь. А нет, уже не пойдете к мамке. Вы написали мне в комментариях под роликом «Выбираем кличку» почти 1000 комментариев, а может их уже там 1000. Я заскриншотил несколько, но пока еще жду, то есть смотрю, может еще кто-то напишет какие-то клички. Некоторые мне понравились, некоторые смешные, но не подходят, такие как «Сарделька» и «Сосиска». Ну, это уже мне написали, что в конечном итоге они этими станут, но на самом деле хочется, чтобы они были долгое время свиноматками и хорошо приносили поросят, и нужны какие-то им такие веселые клички. А ну не кусайся, ну точно не сарделька. Так, я сейчас тебе отгрызу хвост. Так что вот так. Я еще выбираю, но, ребят, и вы тоже... Не знаю. Пойдите, что ли, пролайкайте те клички, которые вам нравятся. Потому что все... Но! Все написали по кличке, но никто не... Никому не поставил лайки. Непонятно кому, какая нравится. Видно, ну, то есть, выглядит так, что всем нравятся только свои клички. А их настолько много, что это что-то невероятное. Ты что бьешься, обормотина? Вот так. Я думаю, что месяца через два
три они уже сравняются, будут примерно одинакового размера. Теперь сыворотку и всякие там вкусняшки, яйца и орехи. Но орехи можно им просто раскалывать и кидать, например, или половинками побитые, ну или как-то давать. В общем, нужно их как-то подкормить, поросятки в зиму, нужны им какие-то вкусняшки. О. Смотрите, ребят, то, что я показывал про утку, это не мои выдумки. Она вот так стоит на стреме постоянно. Дежурит, дежурит, ждет, да? Вот так. Ну и через недельку ожидаются поросятки, ребята. 12 числа будут... Но! Я тебя покусаюсь. 12 числа у скумбрии ожидаются поросятки. Так мелкий, он сам, глянь, задирается. Сейчас скажи, сейчас я вам всем дам. Не кусай хвостик. Не кусай маленького. Ты паразитка такая, выросла что ли? Мелкий, видите, как боком так, оп. Типа я сейчас покусаюсь тебе. А на эту не кидались вообще, когда подсадил. Вот так. Во. Ну и сегодня, после того, как приедет Леша, отвезу, как я и говорил, что отлучить поросят нужно в один день. Созвонился с Дашей и позвоню сейчас Леше, когда он там приедет в 7-8, и я отвезу поросят двух с черными головами ему. Он тоже посадит к своим. Ну и вот такие дела. Ну не кусайся. Ну что ты кусаешься? Мешает тебе что ли? Я тебя кусаю, гля, гля какие. А? На свою. Здесь я на ночь двери закрываю, им становится, у них тут становится тепло, потому что у утят включена красная лампа. На улице не сильно холодно, поэтому она, ну, то есть обогревает все помещение. Плюс здесь находятся большие свиньи, которые тоже как батареи греют, можно сказать, воздух. Ты пришла, красавица моя? Страшно, да? Где мамка, где титька, да? Нет титьки. Ну, что ты кусаешь ее? Ну что ты обижаешь? Паразиты. Ну что вы балуетесь? Вот такие дела. В общем, кондитерская пополнилась новыми жителями. Красота. Ну и думаю, все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.